движение туда и сюда, и по светофору очень трудно будет переходить. А машины всегда останавливаются, когда на переходе, и нормальному переходу. А светофор, мне кажется, это будет очень неудобно. Очень опасно. То есть они вообще носятся здесь как угорелые. Вообще, то есть даже иногда невозможно перейти дорогу. Им иногда даже сигналит, что типа, что ты прешь здесь. Здесь всегда проблемы с переходом. Какая-то машина пропустит, какая-то проходит, не пропустит. И все время вот суетишься, думаешь. И потом здесь столько полос, 3-4 полосы идут. Если мы идем здесь, то 3-4 полоса не видит.